Назар, красиво играете. А меня можете научить этому? Ну, как пожелаете. Давайте. Так, это что за гармошка такая? Это у нас получается концертная гармоника, итальяночка. Маленькая итальяночка. А кого призываем этой гармошечкой? Каких птичек? Ну, тут и соловей поет. Ага. Чуть-чуть. Это когда? Воробей. Да. Это как воробей и соловей. Ой, сейчас слетятся все птички. Давайте еще другие попробуем ваши музыкальные инструменты. Вот еще такой. Если сейчас посмотреть на воду, наверное, сейчас прилетят все утки. Все, тюменские. Да. Вот они уже летают. Правильно понимаю, что этот звук утиный. Утиный звук. И петухи поют, и курицы поют. А можно мне попробовать какой-то... Так, вот это называется сурлай по-татарски. А по-русски называется жалейка. Ага. Просто нужно дуть, да? Да. Вот, дуть, вот. Надо сказать тиф-тиф-тиф-тиф-тиф-тиф, и все. Вот. Ну, конечно, у меня не так красиво получается, как вы. Вы сами делаете эти музыкальные инструменты? Ну, вот это инструменты, вот, курай, там, вот, другие инструменты, ляночки, маленькие-маленькие громошки. Я сам начал делать и делаю, вот, ребятишка курай начал делать. Ну, вот, на курай у нас тоже птицы поют. Соловей. Ага. Вы еще свистите хорошо. О! А это уже у нас скворцы прилетели, да? Трель птиц – это же самая успокаивающая, умиротворяющая музыка. Когда вы нервничаете, вы наигрываете мелодии? Да, спокойно, душевно я мелодию сыграю. Наши свои вот народные мелодии. Сарман-буйлары, там, субы-ила, такие народные песни есть. А когда вот сыграешь и как душевно отдыхаешь. И некоторые попросят у меня сыграть. А Узар, еще давай сыграй, сыграй, сыграй. Вот, ну, а вот. Давайте что-нибудь еще сыграем. Такое успокаивающее. Успокаивающее. Очень красиво. Самый древний, получается, народный песни «Субы и лап». А сейчас давайте устроим вместе с вами мастер-класс. Вы будете наигрывать какие-то мелодии, а я буду попытаться угадать, что за птичка к нам прилетела. Хорошо? Давайте. Давайте. Угадайте. Это какая-то канареечка, может быть. Да, и воробей, и канареечка. А вот угадала? Давайте, давайте следующее. А вот этот... да. Это кукушка? Кукушка, сколько у меня осталось жить? Помню, так, давай. И соловей, видите? Давайте напоследок с вами наиграем вашу самую любимую мелодию. Я попытаюсь вам подыграть, попытаюсь также не испортить эту красивую трель. Ну, а прежде всего мы, конечно, хотим поздравить наших дорогих птичек с их праздника. Прилетайте к нам обязательно, у нас уже тепло и, конечно же, музыкально. Давайте, Абузар, вступайте. Давайте. Как дуэт получится, мы можем концерт устроить.